Фотографы серебряного возраста со всего Подмосковья собрались сегодня в Серпухове на мастер-класс. Мероприятие организовано Министерством социальной защиты населения в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Подробности в репортаже моих коллег. Более 200 человек со всего Подмосковья приехали сегодня в Серпухов на мастер-класс по фото. Среди них и фотографы со стажем, и те, кто увлеклись съемкой уже после выхода на пенсию. Раньше была юный, что ли, фотоаппарат или какой-то там весна, что-то вот такое связано. Ну так фотографировали черно-белое. А вообще вот сейчас совершенствуюсь. Хочется. Мне так нравятся вообще вот эти мастер-классы. Мы очень часто, кстати, мы второй раз в Серпухове приезжали на фестиваль скандинавской ходьбы, где входили в долголетие. Нет, в книгу Гиннесса нас заносили. Мне интересно посмотреть три экскурсии, собственно говоря, поэтому я взял большой фотоаппарат и потом, надеюсь, появится у меня фотозарисовка, тематическая фотовыставка Серпухов, старинный город России. Мастер-класс проходил в фойе гортеатра. Гостей поприветствовала глава городского округа Серпухов. Серпухов очень гостеприимный. Я думаю, что вы сегодня почувствуете всю ту любовь и душевность городского округа Серпухов, которую мы можем подарить вам сегодня и сейчас. Мастер-классы для фотографов серебряного возраста провели руководитель творческой мастерской «Я фотограф» Центра социального обслуживания и реабилитации «Меридиан» Анжелика Подорожная и фотограф Татьяна Мурзенко. Кроме того, прошел и мастер-класс по составлению новогодней композиции. К нам люди очень хотят приезжать, и мы не можем в этом им отказать. Поэтому мы всех ждем, приглашаем. Несколько мастер-классов, посетят музей и небольшую обзорную экскурсию. Поэтому я думаю, что сегодня люди будут очень довольны и опять будут проситься в наш город приезжать. В декабре Министерство соцзащиты организует в Серпухове еще одно областное мероприятие – мастер-класс по вязанию рукавичек. Потом варежки, связанные у нас и заряженные на позитив, передадут в областные интернаты для взрослых. По итогам сегодняшнего мероприятия в Инстаграм пройдет конкурс хэштег «Фотодень Серпухов 2019». Имя победителя мы узнаем 2 декабря.